Итак, устанавливаем картофелесожалку. Прикручиваем скобу, которая шла в комплекте. Но если не шла в комплекте, я ее, значит, дополнительно купил. И сейчас будем цеплять ее за вот этот механизм опускания. Итак, поставили механизм для того, чтобы закапывать картошку. Он сейчас поднят. Таким вот образом происходит опускание. Опа! И вот так. Сейчас я, кстати, засниму, как происходит момент закапывания картошки. Сейчас подниму этот механизм. О, слушай, очень тяжело одной рукой. Одним словом, сюда засыпается картофель. Эта лента крутится за счет того, что колеса цепляются за грунт. Вот так лента крутится. Когда крутятся колеса, впереди типа плуга и вот такой клин. Эта часть, она тоже регулируется, глубина, вот этим вот болтом. Все достаточно просто болтом. Ключиком на 17, вверх-вниз она регулируется, делает бороздочку. То есть впереди, когда идет, делается бороздочка, закидывается картофель. И в конце такие вот чашки две. Тоже у них здесь есть регулировка, они эту картошку закапывают. То есть можно самому выбрать глубину закапывания и именно саму вот эту бороздочку. То есть я так понимаю, вот эти вот вещи все, они регулируются непосредственно в полях. Кстати, здесь ключ, скорее всего, на 22 или на 24. Надо будет брать его с собой и уже по месту регулировать. В будущем, конечно, можно сделать уже отметочки непосредственно, где нужно один раз отрегулировать, и все. И вперед. Здесь, кстати, есть какая-то натяжка, видать, этой самой ленты. Ну, в принципе, на адаптере это выглядит таким образом. Вот так я, конечно же, не рискну ехать, потому что достаточно тяжелая конструкция. Я боюсь, что пока я доеду, это все отвалится, либо здесь где-то болт. Ну, по крайней мере, этот механизм такой, он хлипкий. Кстати, нужно будет сюда предусмотреть болты, потому что вот эти вот такого плана еще одни нужно будет дополнительно купить. Они у меня ушли сюда на адаптер в комплекте, их нету. И получается, сюда их не хватает. Но очень хорошо подошли один в один удлинитель для трещотки, для головок. Он очень хорошо сюда подошел для того, чтобы нам сейчас примериться. Кстати, высоту тоже можно регулировать за счет того, что вот здесь скоба, которая прикручивается сюда на пластину, тоже можно ее выше-ниже делать. Ну, мы вот выбрали такое. Может быть, придется в полях менять. Но одним словом, будем тестить. Ну что, картофелесожалка у нас стоит. А дальше это у нас будет уже следующая серия. Мы будем ставить механизм для того, чтобы нам косить траву.